10 марта Карлосу Рэй Норрису исполнится 81 год. Впрочем, молва утверждает, что узнать истинный возраст Карлоса можно только одним способом – распилить его пополам и посчитать годовые кольца. Кроме того, известно, что дома у него нет дверей, так как он проходит через стены. Если добавить, что в армии Норрису дали кличку Чак, то станет понятно, о какой легендарной личности идет речь. Мастер боевых искусств и популярнейший, не побоимся этого слова, киноактер Чак Норрис всего в жизни добился собственным трудом, о чем неоднократно и признавался в многочисленных интервью. Артист, киногерой которого решает все проблемы сокрушительным ударом ноги, в интервью признается, что насилие – это последнее, к чему он может прибегнуть. Это не мешает почитателям Чака создавать мемы о его невероятной силе. Только Норрис может выжать апельсиновый сок из лимона, ударить циклопа между глаз и убить два камня одной птицей. Поговаривает, что слепить снеговика из дождя для него тоже не является неразрешимой задачей. Правда, не в нашем регионе. Дождя 10 марта не ожидается, а снега на земле не хватит даже для обычного снеговика. Днем переменная облачность, температура воздуха около 0 градусов. Ветер северный, 3-6 метров в секунду. Ночью облачно, с прояснениями. Температура воздуха минус 6 градусов, северо-восточный ветер 5-8 метров в секунду.